Ну зачёкаешь, блядь. Да ничего, охуели или что, блядь? Да почему охуели? Ну серьезно полицию вызвать? Вы что, охуели? Мы жалобу напишем. Мы на вашу организацию напишем жалобу. Я сейчас уебу нахуй, башка нахуй отвалит. Я тебе сейчас телефон твой разобью. Я журналист. Я журналист. Препятствование деятельности журналистской преследуется по закону. Идешь вот так вот, что-то там... Я буду идти, блядь, я митинг санкционирован. Санкционированы. Разобью нахуй. Чего ты боишься? Что делаете? У нас прошел апелляционный суд по поводу гайд-парка Русь. Его, Новосибирский. Его признали Русь неподходящим под гайд-парк. Гайд-парк, в общем, лишили Русь разрешенного места. Теперь у нас остается только Северный. Ну вот сегодня мы пришли посмотреть, как здесь и что. Мы вышли сюда на гай-парк, потому что везде гай-парки прикрыты. Мы выходим за Сергея Ивановича Фургала уже 3,5 года. Выходили на Комсомольскую. Нашему правительству не понравилось, что выходим на Комсомольскую площадь, потому что люди там ходят туда-сюда, мы как будто мешаем. И сделали так, что нам сказали, вот только в Южном микрорайоне. И мы выходим в Южный микрорайон, чтобы высказывать свое мнение, стоять за Сергеем Фургалом, высказывать свои недовольства Дегтяреву, как он себя ведет, что он там покупает. Замки за наши государственные деньги. Я мы Сергей Фургал.